Футбол, веселые старты, выступления артистов, спортсменов и не только. На Диносе устроили праздник для всех жителей микрорайона и города. Обширную программу организовали в последние выходные лета в преддверии 1 сентября. Подробности далее в сюжете. Море волнуется. Три. Морская фигура. Замри. Превратиться за секунду в каратиста, футболиста, баскетболиста, лыжника или фигуриста. В самом начале праздничной программы дети участвуют в веселой игре. Море волнуется раз. Не дает скучать юным жителям и местная студия дэнс-фитнеса. Флешмоб на стадионе под открытым небом проходит под ритмичную музыку. Дети заряжаются энергией и позитивом под бодрящую зумбу. Движения очень простые. Я специально делаю такие движения, чтобы повторял и ребенок, и взрослый. И чтобы мы могли вот так на улице даже собраться неожиданно, включить музыку и танцевать. Этот стадион в районе бывшей лыжной базы – традиционная площадка для проведения спортивного праздника на Диносе. Такое мероприятие проходит здесь уже 8-й раз. Это ежегодный праздник. Он проходит всегда в конце лета, перед тем, как дети собираются в школу, приезжают из лагерей, и мы проводим праздник всегда, чтобы они почувствовали последний день лета и запомнили его надолго. В различных конкурсах на празднике участвуют не только дети. Так, в состязании на силу и выносливость, в перетягивании каната, девочкам активно помогают родители. Девчонки, давайте. Внуков привел посмотреть, самому посмотреть тоже на это все. Прекрасные эмоции, замечательно все. Нравится, что дети устроены, выходной день, дети пристроены, организованы, выступают, танцуют. Праздник очень позитивный, шумный, веселый. То есть вообще отлично сегодня провели время. Я приезжал с дочкой. Дочка с удовольствием поучаствовала в музыкальных конкурсах, танцевальных. Сейчас вот участвует в веселых стартах, бегает. Зарядились хорошим настроением. Пока проходят веселые старты, несколько команд играют в футбол. А изюминкой праздника становятся показательные выступления секции карате Киокушинкай городского спортивного клуба. Для Владислава сломать три газобетонных блока одним ударом – теперь уже расплюнуть. Он занимается карате 4-й год. Говорит, многочисленные тренировки и опыт – залог успеха для спортсмена. В принципе, они не тяжелые, но ломать их тоже не особо сложно. Просто надо бить в середину, послать массу и верить в себя. Победители, участники конкурсов, а также самые активные жители микрорайона Динос получили призы от организаторов и спонсоров спортивного праздника. Но главным подарком для всех жителей стал заряд хороших эмоций. Николай Свердлов, Дмитрий Солюков и Андрей Агарков. Новости Первоуральска.